Невозможно представить себе авиацию без вертолетов. Их способность производить вертикальные взлеты и посадки, неподвижно висеть в воздухе и даже перемещаться в любом направлении делает этот вид летательного аппарата поистине незаменимым. Вертолет не нуждается в аэродромах, он может взлетать и садиться в труднодоступных местах в любой местности, а в отдельных случаях может производить погрузку и выгрузку людей и грузов без посадки, в том числе в условиях аномально низких или высоких температур. Существует множество модификаций этого вида техники, но наибольшей популярностью в России пользуется вертолет Ми-8. Вертолет Ми-8 – один из самых массовых в истории не только советской, но и мировой авиации. Его высокие эксплуатационные характеристики позволили использовать его как на гражданской, так и на военной службе. За свою более чем полувековую карьеру он по праву заслужил уважение летчиков. Этот Ми-8 на военный аэродром «Северный» поступил 2 года назад. Летчики говорят, что у этого вертолета одна из самых удачных конфигураций. На скорости до 250 км в час он может подниматься на 5 км над землей, при том, что весит такой аппарат всего 13 тонн. Легкий в обслуживании, простой в управлении, надежный в решении боевых задач. Ми-8 у нас вертолет многоцелевой, военно-транспортный, выполняет задачи такие, как от транспортных перевоз количества состава, десантников и грузов всевозможных, также крупногабаритных грузов, как внутри салона, так и на внешней подвеске. Этот вертолет в боевых действиях участия не принимал. Сейчас он используется исключительно в мирных целях. Но как только потребуется, он может превратиться в грозное оружие. Если он будет использоваться именно в боевых действиях, то здесь ставится пулемет, здесь же вешается балочные держатели, вешаются сюда, на это место балочные держатели. Мы сейчас сняли, сейчас они не нужны. И даже вот здесь вешается вооружение. Вот этот вертолет может стрелять. Экипаж Ми-8 регулярно проводит учебно-тренировочные полеты, отрабатывая технику пилотирования, которая имеет целый ряд особенностей. Поддерживать высокий уровень подготовки необходимо. В управлении тяжелым военным самолетом и вертолетом есть существенная разница. Громадная, я бы сказал. Ну, во-первых, не знаю, как нам, вертолетчикам, наверное, ну, гораздо сложнее управлять вертолетом, я думаю, считаю, чем самолетом. Ну, степень свободы вертолета гораздо больше у нас. У нас приходится работать сразу всем руками, ногами, головой крутить направо-налево. Тем более у нас ручка циклическая, шаг-газ и все это взаимосвязано. Ми-8 довольно сложно заменить. Его модернизация происходит постоянно. За последние 50 лет для нужд Минобороны было изготовлено более 30 различных модификаций. К 2020 году количество новых Ми-8 в российских военно-воздушных силах планируется увеличить до 400 единиц против нынешних 50 машин. Пилоты называют свою работу стилем жизни. Они чувствуют небо под ногами и смотрят на жизнь свысока. В прямом смысле этого слова. Это для меня больше, чем свобода, наверное, даже так вот. Когда ты в небе, то чувствуешь себя, ну, не знаю, таким человечеством огромным, который, в принципе, может лететь как птица.